детства мечтает заявить гармошку, поиграть, научиться и так далее. Тут уже во взрослом возрасте, после армии, вдруг что-то другое тюкнуло и взял в руки гармонь. И так упорно сидит, занимается, ну что-то получается. Вот следующего исполнителя, значит, история такова. Был он маленький, ему гармонь очень нравилась, но было время, когда гармонь не было не достать. И вообще продуктов не было не достать, и товара народного употребления было не достать. И вот с Серегой привезли гармошку. О, мама, мама, купи гармошку, купи гармошку. Ну что ж, мама делает для любимого дитя, конечно, собрала последние, так сказать, копейки и купила ему гармонь. И вот он как сел за эту гармонь, так и не расстается с ней по сей день. Итак, встречайте гармониста с города Садова, но с Лукояновской земли родом Дмитрий Махоткин. Thank you.
прекрасно, когда аплодисменты в их честь звучат. Это лучшие награды для них, для всех поют.